तत्यनुकंपा सुसमीक्षमानुभुञ्जान एव आत्मकृतो विपाकम् हिद्भाग बपुभिर्विदधो नमस्ते जीवेतो मुक्तिपदे सदाएव तत्यनुकंपा सुसमीक्षमानु भुञ्जान एव आत्मकृतम् विपाकम् हृद्भाग बपुभिर्विदधो नमस्ते जीवेत मुक्ति पदे सदाय। श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पाठ्य हल अकॉर्डिंग टू माई पास्ट एक्टिविटीज द सिचुएशन इन हुई आई एम पुट इट इन टू एट प्रेजेंट। Шрила Прабхупада сказал нам, что та ситуация, в которой мы находимся, она произошла из-за наших действий в прошлом. И то, что происходит с нами сейчас из-за наших действий в прошлом, мы должны с радостью принять это. Мы должны думать, что это происходит по милости Верховного Господа. Мы не должны выражать недовольство, поскольку все, что происходит в нашей жизни, это все одобрено Верховным Господом. И поэтому нам не нужно беспокоиться об этом. Поскольку это из-за наших прошлых действий мы попали в такое положение. И кого же обвинять? Нам не нужно обвинять никого в нашем положении, поскольку только мы являемся причиной этого. Я говорил о Манувамше. В девятой песне Бхагаватам. И там говорилось о том, что Ману Махарадж, он хотел обрести сына. У него не было детей. И Ману Махарадж, он хотел иметь сына. И он начал совершать ягью. By the mercy of Muni Rishi, по милости Муни Риши, так или иначе, Васишта и другие Риши, они пытались совершать ягью для того, чтобы он мог обрести сына. Ману Махарадж был занят какими-то другими делами, и тем временем его жена, она пришла туда и попросила Риши Муни, чтобы совершайте ягью, а я хочу дочь, прекрасную дочь. А Муни Риши спросили, почему? Твой сын, это твой муж заказал сына, а ты дочь хочешь? In the meantime, и тем временем ягья кончилась. И из этой ягьи родилась дочь. И Ману, он был очень разгневался. Сына спросила, зачем вы дочь мне сделали, как... Почему девочка из-за сына просила? Может, вы ошиблись? Нет. Твоя жена, она попросила нас, чтобы дочь была. Но она сказала, нет, что я буду делать с дочерью? Мне нужен сын. И в то время Васишта Муни, он начал звать Шанкар Бхагавана. Харихара Махадева, о Господь, и вот мы в таком положении оказались, что же делать? И тогда Махадев сказал, хорошо, я сделаю его ее мальчиком. Не верьте в это. Не пытайтесь не верить в это. Если вы не верите в то, что говорится в Писаниях, вы попадете в ад. Это возможно даже в этом материальном мире, даже сейчас. То есть доктора занимаются тем, что могут изменить пол человека, что человек был мужчиной, стал женщиной, либо наоборот.
I don't like to name. So why don't you believe that? И поэтому почему вы не верите, что было возможно, это не было невозможно для Шанкар Бхагавана, кто всемогущ? This kind of poison not available in infinite. Тот яд, который он выпил, он его нет ни в какой Брахманде. Шанкар Бхагаван, он выпил такой сильный яд. Представьте, какую силу он имеет по милости Верховного Господа. И тогда Шанкар Бхагаван он сделал, он поменял пол этого ребенка. After that, you see, that his name is Suddhamna. I told you yesterday. И назвали его Суддхамна. Why I started with the sloka? Почему я начал с шлоки? Why I started with the sloka? Вот с этой шлоки, таттанукампам самикшамана. Таттанукампам, why? Почему? And why I started with the introduction of Prabhupada? Начал с шлоки Шрилы Прабхупады, поскольку та ситуация, в которой мы находитесь, мы должны принять это. Вы не должны быть недовольны этим. И смотрите, это все организовал Шри Кришна. Но Ману Махарадж, он был недоволен, что девочка вместо мальчика получилась, и он попросил Шанкар Бхагавана, и этот ребенок стал Суддхамной, и он отправился в лес. И он попал в какой-то лес, особый лес, где если какой-то мужчина заходит, он становится женщиной. Это долго, это было очень давно, и по милости. Это место, где Гоури Шанкар, они являются лилой, и если какие-то муни решения туда заходят неосознанно, то... From then, Gauri become very shy, feeling shy. Когда муни решения случайно туда заходили, Гоури, ей было неудобно, что заходят какие-то мужчины, и Шанкар, он благословил этот лес, чтобы все, кто туда заходит, становились женского пола. И вот Суддхамна как-то зашел в этот лес и поменял, и он стал женщиной, и не только он, все его спутники, солдаты, даже лошади, они все стали женского пола. Они смотрят друг на друга, как это возможно, и Суддхамна начал звать Васиштха Муни. «О, Васиштха, что случилось? Смотри». А Васиштха спросил, что случилось? Ну, ты не знаешь, ты вошел в тот лес, он очень опасен, и что же делать? Ну, сделать, чтобы было так же, как до этого. Они, Муни сказала, что он не может, Шанкара позовем. И вот они позвали Шанкара, и Господь Шива сказал, мое обещание не может быть неправильным, и смотри, что я могу сделать. Месяц ты можешь быть мужчиной, месяц женщины. И что делать? И таким образом, чтобы делать было нечего, он принял такое благословение. Но те люди, которые жили в его царстве, в царстве Суддхамны, они не были довольны, что за царь такой. Месяц он мужчина, месяц женщина, чтобы никто его не мог видеть. И такой царь нам не нужен, бесполезный царь. И тогда, когда male body, his name is Suddhamna. When he get female body, Suddhamna was Ila. Когда женщина Ила. One day he was traveling in forest. И вот однажды он путешествовал по лесу, и он встретился с Буддой, сыном Чандры. Чандра. Where Chandra, actually daughter of Chandra, son of Chandra, Buddha, when met this Ila, he liked the Ila very much. He liked to get his association, want to marry. Он хотел жениться на ней, и так или иначе. Ila also accepted Buddha. Ила, она приняла его также, и в то время. Association by the association, one boy take place. И у них родился ребенок Пурурава, его звали. Пурурава.
И этот Пурурава был, он очень могущественен. Anyway, но Ману был недоволен ему. Он не был счастлив в такой ситуации. Он отправился в лес совершать баджан, и в течение 100 лет он совершал баджан. И после этого, по милости Верховного Господа, он обрел 10 могущественных сыновей, Икшаку. Вот Махарадж перечисляет их. Дришто, Дришто, Каруша, Наришанта, Пришадра, Навак и Кови. I am not going to get, discuss in detail. There is big bangsha. There is long. Ah, this way you see. All boys they have some short discussion about those boys. I already ten 10 boys. You can come to know. You know about Tiger Raja, most powerful. I can come. These topics you see. They all detailed discussion about that. Описывается все это, но Махарадж не будет сейчас говорить, что кто чистый и прочее. So I have no time to discuss all about that. Now Sarayati one, Sarayati I told you, Sarayati one of them. Who Sarayati? Один из них Sarayati. Один из десяти сыновей. I have told 10 boys there. Out of that Sarayati is third. Sarjati is very powerful. Manuputra Sarjati, someday with his daughter Sukanya. И вот однажды он со своей дочерью Суканья, Сарьяти с своими солдатами отправился в лес. Is going there anyway for traveling. And they actually when they are busy with some, you know, и там пока не были scenery, this, that, they are busy with some other. Чем-то заняты, эта маленькая девочка, Суканна, она как-то зашла в ашрам Чаванмуни. Ну, пока отец ее со своими солдатами были чем-то заняты, эта дочь, она была мала, и она вошла в ашрам Чаванриши и она увидела, из какого-то там холмик был, оттуда какой-то свет исходит, сияние. Она взяла камень и кинула туда. Она не знала, что там, и начала кровь течь с того места. И эта девочка испугалась. Она побежала к отцу, и тем временем все, кто там были, они не могли по-маленькому сходить в туалет. Они начали плакать, от боли, что делать. Они уже не могли даже сходить в туалет, что-то с ними случилось. И тогда Сарджати спрашивает, говори, кто? Ну, что-то совершил какую-то ашибку в ашраме Чаванмуни, он очень могуществен, говорите. И дочь сказала, что я там что-то сделала не то, что ты сделала. Я видела свет какой-то исходит из какого-то холмика, я кинула камень туда, и оттуда кровь потекла. О, это был сам Чаванмуни, и они поклонились ему, начали возносить молитву, что наша дочь, она ничего не знает, прости ее, иначе мы умрем от этой боли. И Чаванмуни, он вышел из этого холма. И Сарьяти начала говорить, это моя ошибка, поскольку она маленькая, ничего не знает, если она ошибку совершила, мы ответственны за ее ошибки, и я хочу отдать ее тебе в качестве жены.
Поскольку я за нее отвечаю, она ошибку совершила, повредила тебе что-то, и ты сейчас не можешь видеть, и что делать. Это в качестве искупления, вот возьми мою дочь в жены. Чавандриши, он был очень стар. И тогда он... И Сарьяти, после того, как предложил свою дочь этому Чаванмуни, он ушел, что делать, ты совершил ошибку, и поэтому ты давай служи все этому Муни, он твой муж, и не совершай никаких ошибок в будущем. И эта девочка осталась там, и Чаванмуни, он позвал этих Ашвини Кумаров. И Ашвини Кумара, они пришли к нему. Take this kind of somrasa. They don't have right. But Chavanmuni, out of my own power, I can give. Be sure, but make me young. Then, вот он попросил, чтобы они его омолодили. They making one nice pawn. И вот они сделали какой-то. Емкость различными настоями травяными и сказали этому Чаванмуни, чтобы он омылся в этом. В этой емкости с настоями, и когда он погрузился в эту емкость, то эти два доктора аюрведических, Ашвини Кумара, они тоже решили пошутить и омылись там. И когда они вышли все трое, то эта девочка не могла понять, кто же мой муж. Все одинаковые, красивые, молодые, и что делать? И если я неосознанно кого-то перепутаю с моим мужем, он меня проклянет, все они одинаково выглядят, и что делать? И этот дочь, она попросила... Пожалуйста, скажите, кто из вас мой муж, иначе я могу потерять свое целомудрие, и скажите, кто вы есть. И тогда Ашвини Кумара, они сказали, вот он. Они сказали, Ашвини Кумар, they identify, he is your husband. Что вот он твой муж. And from then onwards, and that girl's Sukanya started serving her husband very nicely, to the point, very nicely, so that Chavanmuni can feel satisfaction. And after all, he has done some mistake previously, also to get his satisfaction, he is bound to do it anyway. Was doing. And someday, однажды Сарьяти Махарадж однажды пришел к ним посмотреть, как же его дочь живет. И когда он пришел, туда смотрит на дочь с какой-то молодым человеком, там он разгневался, что делаешь, где твой этот Чаванмуни, он такой великий Муни, зачем ты его оставила, живешь с каким-то другим человеком, это великая ошибка. И эта дочка, она засмеялась, мой отец, он твой зять, как, да, он Чаванмуни, и как он поменялся, вот так поменялся. То есть в те времена, они, Риши Муни были очень могущественны, не могли менять все. Но сейчас даже Риши Муни не имеют такой силы, такого могущества, поскольку раньше они совершали баджан и обретали огромную силу.
И в этой жизни можно найти Шрила Прабхупад, Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура, Бхакти Натакур, Гуру Кишодас, Бабаджи Махарадж или Вамшидас Бабаджи Махарадж, Бхагавандас Бабаджи Махарадж. Они, кто не, можно посмотреть, какую силу они имеют. И до сегодняшнего дня, если вы можете совершать баджан, не значит, что вы не можете обрести силу. Но такой баджан, он очень редок. То есть нельзя сказать, что мы не можем совершать баджан, но можем, но это очень редко такое, именно такое, как сказать, уникальный баджан. И вот когда Чаванариша, он пообещал этим Ашвини Кумарам, что он может дать им Самарасу из своей собственной йогической силы. Индра, он разгневался. Индра, как это запрещено, как для них запрещено принимать Самарасу, но как ты можешь? Я убью тебя. И он своей ваджрой, он уже собирался убить его, но Чаванариша сказал, давай кидай. И он кинул с помощью какой-то мантры, и он произнес какие-то мантры. И Индра уже, он не мог пошевелить рукой. Чаванариша был очень могуществен. И этот Чаванариша, он сделал его беспомощным. Сарджати, она родила ребенка, имя его было Анартха, у сына Ману был другой сын, кроме этой дочери, которую отдали Чаванариша. Потом был Ревот, у него потом у него был еще сын и дочь. Сарьяти, ее сын Анартха. Анартха, когда женился, у него был сын Ревот. А Ревот, когда женился, Какудми, у него был сын. Какудми, когда женился, у него была дочь Ревати. И Ревати, она была очень могущественная, очень прекрасна и полна хороших качеств, что ее отец не мог найти никого достойного для нее. И что делать? Где я могу найти достойного мужа? Он искал во всех трех мирах Сварги, на земле, в Патале. И что же делать? Что она подобна Лакшми Агдиши, достойного мужа найти. И он был очень беспокоен, и он хотел отправиться к Брахме, спросить, что же делать, поскольку Брахма, он может дать должный совет, где найти достойного мужа. И вот он пошел к Брахме, он был очень могущественный, к Брахме пошел на Вимане своем. И когда он достиг Брахма-локи, он видит, Брахма занят, и он не было возможности у него спросить у Брахмы. Он Брахма, это не человек, это такой, ну как сказать, ну, очень высокий пост занимает. Бхагаван Брахма, можно даже сказать. И вот то есть он решил подождать, пока он освободится, тогда я могу спросить, не сейчас, давай подожду. И вот с дочерью он ждал какое-то время, пускай там их все кончится, и он подошел к Брахме, поклонился, когда все кончилось, и спросил, почему ты пришел ко мне, у меня вот проблема есть, и что за проблема, вот у меня есть дочь. Ревати, да, прекрасная дочь, но нету достойного мужа для нее, нет никого на земле, кому можно ее предложить. И Брахма засмеялся. Ты не можешь,
У вас есть, когда вы рождаетесь, в течение 4 дней Брахма приходит к вам и пишет на вашем лбу, сказать, вашу судьбу. Вы не можете читать, но она есть на вашем лбу. Это зовется она судьба или как? То есть это нельзя нарушить. И Брахма засмеялся, сказал, что на самом деле никого нету, кто бы подошел к ней, и что же делать? А еще проблема, пока ты тут ждал меня, уже много юг прошло на земле, и что делать? Но сейчас, когда ты вернешься, уже два пара юга почти кончилось. Но ты тут ждал тут время. То есть время на Брахмалоке, оно течет по-другому. И когда ты вернешься, уже все люди они гораздо меньше стали, поскольку сати юга кончилась, трета кончилась. Сейчас двапара практически кончается, и что делать? Я совершил ошибку. Нет, не ошибка твоя. Ты можешь, там Баларам будет первое проявление Кришны, Верховного Господа. И он подходит для твоей, в качестве мужа для твоей дочери. Но что делать, он маленький, но ты иди назад, и все решится само собой. И вот он вернулся, увидел все изменилось, поскольку люди сатья-юги, они были очень большие, высокие, даже где-то в 5 раз выше, чем сейчас. Это вроде смешно, но если отправиться в Панджаб, есть место Читу, называется, там музей царя есть. Я не был там никогда, но я слышал, я только во Вриндаван в Пури езжу, и по другим местам я не езжу, по Южным Индиям, Северным я практически не ездил. Мне неинтересно это. То есть я хочу видеть только Вриндаван. И там, в том музее, какой-то мой знакомый поехал туда, и мне о том рассказывал, что когда я вошел в этот музей, я увидел, одежду, какую одевали в то время, одежда такая, таких огромных размеров, это в эту кали-югу было, только 500 лет назад. Если увидите, то есть люди, они были очень высокие, то есть даже самый высокий человек в наше время, им всего лишь по грудь. И когда я был в музее, я посмотрел на одежду этого царя. Я думал, если такая здоровая одежда, то наверняка люди, они тоже были гораздо больше, крупнее по размерам. И когда он со своей дочерью Ревати вернулся назад, он по наставлению Брахмы хотел отдать дочь замуж за Баладева Махараджа, а Баладев сказал, что я... Он был достаточно, он согласно юге, он родился в таких, он не в сатья-югу, родился в этом двапара-югу в конце, и он подумал, что моя дочь слишком высока, он взял ее, уменьшил в размерах, и после этого и вот он, если вы хотите получить даршан божества Ревати, это в Гакуле Махаване находится, и там чуть дальше, 8, около 6 километров в сторону пройти, там forest man, sometimes going here and there.
So I go there and stay, very nice. So, you see, very nice. But, Dhani Maharaj here, and Revati Devi here, not Sai. Because there is some rules, you know. Это so там они находятся и Ревути Деви, you can take darshan of Ревути Деви there, get keeper also. И там можно получить даршан Ревати и получить ее милость. Они как-то и там они как-то из под земли как-то появились эти два божества. А так Кунда, Дауджи Кунда. Она очень большая, и оттуда достаточно давно эти божества как-то появились. И внук Ваджранабхи, он как-то получил эти божества. И Баладев, он женился на Ревати. Ману, я уже говорил, у него было 10 сыновей, и Ману уже отправился в лес, поскольку таково правило было, когда ваши, когда вы уже после 60 уже дома жить нельзя, в то время было такое правило. И те, кто уже около 50-60 лет, люди уже чувствовали, что им нужно отправиться в лес, чтобы думать, сконцентрироваться на лотосных стопах Шри Кришны. И так или иначе, сыновья Ману, еще был Навак, Навак и один из его сыновей. Его сына также звали. And his son is Navag. Hmm. Navag, actually, he was sent to Gurukul. И вот его отправили в Гурукул, чтобы он получил достойное образование. Но тем временем случилось нечто. Он в Гурукуле должен был быть, но когда отец он постарел, то тем временем другие сыновья, они разделили всю его собственность, и Навье ничего не осталось. Когда он вернулся с Гурукула, он спрашивает, вы раздали все богатство с отца, да, а мое где? Ну вот, вот твой отец, отец, вот мой старый отец, это твое, твое наследство. И он подошел к отцу, сказал, что мои братья сказали, что ты оставили тебя мне. Но он сказал, что они обманули его, и если ты не хочешь с ними сражаться, то не беспокойся, Кришна для тебя все организует. Ну, пускай не забирают то, что забрали. И тем временем отец, он посоветовал, ты смотри. Ангираш Триамуни, он совершает ягью в Гималаях. И вот что, ты образован, ты учился в Гурукуле, ты что можешь делать? Каждый шестой день они мантру забывают. Они, если ты пойдешь и когда они совершают ягью, если ты будешь повторять эту мантру, они будут очень довольны тобой. Ну и что? Ну как? После того, как ягья закончилась, они тебе отдадут тебе сколько много золота, серебра и прочего не предлагают, и за ненадобностью потом раздают желающим. И вот и вот эти две сутры из Веды, они повторяли, и вот они пообещали ему, после того, как яги кончится, мы все тебе отдадим, что останется. Ну, хорошо.
там было очень много всякого богатства. И вот когда ягья кончилась, когда они ушли, он хотел забрать то, что ему обещали. И когда он хотел собрать все там золото и прочее, что осталось, то Рудра явился: «Что ты делаешь? Как ты, кто ты? Я Рудра. Почему ты забираешь мою долю? Как мне же отдали? Нет. Любая ягья, где бы она ни проходила, все, что остается, это мое. Но мне же пообещали, отдали мне уже. Нет, иди отцу и спроси. Я подожду, пока тебя тут. И он пошел к отцу, я рассказываю, что случилось. Ты посоветовал мне так и так, что я уже почти там получил все, но тут я уже хотел это все собрать, то пришел какой-то великий полубог и спросил, кто я такой. И он сказал, что его Рудра зовут, это его доля. И что ты думаешь, что делать? И отец сказал: «О, сын, что делать на самом деле? Это его собственность. У нас нет права». И тогда сын пошел назад, поклонился и сказал: «О, Рудраджи, ты прав. Я неосознанно, я почти забрал твою долю, но это твоя, бери». И Рудра стал доволен: «О, насколько ты правдив, я благословляю тебя, да, ты забирай, мне ничего не надо». И вот по милости Рудры, он не стал спорить с ним, просто сказал, что ты очень правдив, поэтому я отдаю тебе все. И после этого Рудра, когда стал доволен им, он отдал и это богатство, и знания о Санатан Дхарме, то есть дал ему Брахмагьян. И Набаг был очень счастлив и жил такой спокойной жизнью. И тем временем у него родился сын очень прекрасный. Амбариш Махарадж его звали. И тем временем Амбариш, он был повелителем семи континентов. Is getting this thing very powerful. Амбариш Махарадж was so honest and great. И вот Амбариш Махарадж был настолько он был полностью посвятивший себя Богу душой. Он совершал баджан всегда. А сейчас мы настолько бедны, настолько слабы, что мы спрашиваем, когда же нам повторять баджан? Времени нету, надо готовить, убирать, стирать, на рынок ходить и прочее. А Амбариш Махарадж, он повелевал всем миром, семи континентами. Представьте, насколько он занят был в своей жизни. Но все же у него было достаточно времени, чтобы совершать баджан. Если у вас есть желание, где вот в английском пословице есть такая, если есть желание, то и средства будут к этому. И после этого Амбариш Махарадж, он... Шукадев говорит о нем. Бхагаван сатумичвами раджасте стасу дхиматаха на прабхурьятро нирмукто брахмадандо гуратайо. Раджан Сукдев, Парикшит Махарадж asking, О Гурудев, actually we heard that he was getting брахмаданда. How you get respite? These details we like to hear. I like to hear. Now, Sukhdev Goswami speaking,
Амбаришо Махабхагаха Саптодипо Ватим Махим Аббаянча Сурьям Лабдья Вибхаванча Атулам Бхуви. Бхуви means in this world is getting all excellent, unparalleled, unwritten appearances. И вот об Амбариш Махараджи говорится, что в этом мире он был настолько богат, что никто не мог сравниться с ним, но он был Махабхагавата. Махабхаг, что значит? Махабхаг, значит, это тот, он посвятил все свое сердце, он полностью посвятил себя Верховному Господу Шри Кришне. Actually, he was doing bhajan all the time. И вот он совершал все время. Шукадев Госвами говорил, ты не можешь представить, это для обычного человека практически невозможно совершать бхаджан таким образом. Все свои органы чувств он занял в служении Господу. Глазами он смотрел на Кришну, руками очищал его храм, ушами слушал его славу, устами воспевал его славу все время. Как это возможно? Все его органы чувств он занял в служении Кришны. И поэтому в Чайтанья Чаритамрите говорится, вы должны изучать бенгали, а вы не учите. И вот в Чайтанья Чаритамрите Махапрабху говорит, кто-то следует одному, одной из 64 кто-то следует одной анги бхакти, кто-то девяти. То есть описывается, что какие-то конкретные ачарьи, они следуют какой-то различной одной анги среди девяти главных составляющих. Например, Парикшит достиг успеха, слушая Сукадев в тем, что он говорил о славе Господа. А мы очень удачливы, мы находимся в Навадивдаме. Это девять островов, они олицетворяют собой девятисложную бхакти. И вот хотя я уже сказал, что Амбариш Махарадж, он был повелителем всего мира, но все же он был настолько предан, его преданность, она была настолько велика, что он знал, что это ничего не представляет из себя его собственность. Он знал, что все это временно. Если вы получаете какое-то наследство, то это все или богатство, оно все нестабильно, но временно. Я могу несколько маленьких примеров привести. Это все не вечно, если ваша удача не суждено иметь деньги, например, вы можете ваши... Ну, если вам не судьба, если вам иметь какое-то богатство, то даже если оно к вам придет, вы не можете его удержать. Вот, например, я знаю одного доктора, он в Америке учился, получил степень ученую, и вот ему около 50 было. Он подумал, нужно дом построить. И вот на берегу Сарасвати, вот этой Сарасвати, он... И вот он строил этот дом, потратил свои много денег, и когда бы какой-то рабочий там что-то не так делал, все по его приказу все ломали и заново делали как следует. И когда он уже в Новосилье наступило, уже собрался туда
въехать в этот дом, и в тот день, в тот самый день он умер. И все его эти семейные родственники, жена, дети, они начали плакать, что отец, ты столько времени потратил на строительство этого дома, и тут умер. И какие-то саду сказали: о, Махарадж, он может родиться как крыса в этом доме. Почему? Поскольку он настолько привязан к этому дому, и поэтому, согласно своей привязанности, вы должны путешествовать в этом материальном мире по разным рождениям. И вот я вчера говорил о одном этом цирюльнике, который, когда узнал, что он выиграл 10 миллионов рупий, он от счастья, у него сердце остановилось. То есть можно что-то получить в этом мире, но если нет у вас, как сказать, если не судьба этим наслаждаться, то хотя оно даже к вам придет, но вы не можете этим наслаждаться. И также Амбариш Махарадж, великий святой, даже Риши и Муни, они предлагают ему свои поклоны. И вдруг Дурваса Муни, он не мог понять, насколько он великий преданный. Дурваса думал о себе как о великом Риши, но Кришна, он наказал Дурвасу. И таким образом, говорится, Шукадев Госвами говорит: о царь, ты не можешь ожидать, чтобы был такой удачливый царь на этой земле. И у нас есть возможность слушать о нем. Прапту вавам парам вишвам джинедам лоштубацнатаха. 7, number 7. 4th chapter, 9th canto, and 7th, number 7 school. So, Vasudeva Bhagavati, tad bhakti suchu sadhusu, prapto vavam. Prapto vavam, who is already getting bhava. Bhava, you know? Bhava inside. Very nice. Bhavam, значит, тот, кто уже имеет бхава. Те, кто поклоняется Верховному Господу и преданным, и Гуру, и Вайшнавам, у него было такое же уважение. Я уже сказал вот об этой шлоке. И я говорил, что у вас должно быть такое же уважение, такая же любовь к лотосным стопам, к Кришне и Вайшнавам. И Шринивас Ачарья, вы знаете, кто Шринивас Ачарья, он олицетворение второго, можно говорить, что он подобен второму телу Гуранги. Он получил полную милость в сочетании Махапрабху, но он получил полную милость от Вишнуприи. Вишнуприи своими стопами прикоснулась к его голове. И все начали восхищаться, как это возможно. Даже Господь Солнца, он не может увидеть стопы Вишнуприи. А он настолько удачлив, что по милости Гуранги, Гуранга, он явился к Вишнуприи и сказал, что завтра с утра ты увидишь Шринаваса. И ты должна благословить его. И утром Ишандагура пришел. Я обычно говорю это на день явления Вишну Вишнуприи. И вот я кратко рассказал. И таким образом, Шринивас Ачарья, он что говорит? Он говорит, вы должны помнить его наставление. И вот Шринивас Ачарья говорит: мы не можем обрести бхакти лотосным стопам Шри Кришны до тех пор, пока вы не разовьете любовь и уважение к Кришне, Гуру и Вайшнавам.
и тогда вы иначе вы не сможете стать успешным. Вы можете запомнить Веды, Веданту, Шастры, но что толку, если у вас нет осознания Бхакти? И вот о Парикшит, о Амбариш Махараджи, Шукадев Госвами говорит сейчас. О царь, я буду говорить о том, как он совершает Бхакти, настолько великолепно Шукадев Госвами говорит. Karo harer, karo harer mandija marjana disusri, sutim, sutim chakarichyutu sadukatho dayi. 18. Savai manva krishna padara vindayurva chansi vai kuntha gunanu varnani. Karo harer mandija marjana disusri, sutim chakarichyutu sadukatho dayi. Мукундалингалая даршани дисутат биттгатто спарче анго сангамам грананчататпаду саруж саурави симаттула сарасанам тадарпите паду харехетто падану сарпане сирурси кесо падави бандане каманчадаси ноту кам каммая ятоттаму сокужана астраярати савай манагишта падаравинде. Савай мана кришна пудара винда йора вачанси вайкунта гунанавар. How different ways doing bhajan? Бале савай манаха кришна пудара винда. His mind is continuously onto the lotus feet of Krishna. Савай мано кришна пудара винда йора вачанси вайкунта гунанавар нане. Вачанси means all is talking. Его ум всегда был занят в памятовании о Кришне, язык в описании Его славы, а Его руки. Его руки всегда были заняты в очищении храма Шри Кришны, и он совершал много служения, и поэтому говорится, not only Hari Mandir, sometimes doing some other seva, two hands. That's why plural number, not single number. То есть говорится, что его руки были заняты в очищении храма и в другом служении, а уши всегда слушали нектарную славу Харикатху о славе Господа Кришны, а глаза. Он смотрел, глаза были заняты созерцанием красоты Шри Кришны. Он смотрел на божества. Whenever he is doing any seva of deity, is touching deity. И когда бы он не служил божествам или гу и вайшнавам. So it touch, you know, sparsha. Sparsha dhanmatro. He is using property. Он прикасался к лотосным стопам гуру вайшнавам или он служил своими руками. Кришне, Кришне его окружению и его, так сказать, спутником. Parshatan Matra always using for touching the lotus feet of Krishna, serving deity, or sometime Guru Vaishnava coming also touching them. And this way they are serving, and they are, and Padav, what about these two legs? Ноги его были заняты тем, что он совершал парикраму, или дама парикраму.
И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакура, перед тем, как оставить этот материальный мир, он дал такое наставление Шриле Прабхупаде, что в 1914 году, в июне, Шрила Бхактивинода Тхакура перед Ратха-ятрой оставил свое тело и дал наставление Вимала Прасад Сарасвати Шриле Прабхупаде. Ты должен совершать Дхамма Парикрама. Навадип Дхамма Парикрама, она наивысшая, через которую можно распространить милость Шри Чайтанья Махапрабху обусловленным душам, поскольку эти обусловленные души, они не могут принять эту милость. Но если ты организуешь Дхамма Парикраму, то наибольшую милость они обретут. But you cannot take trouble in sunlight, this, that, so much, you know, thrown there. But we have seen so much thrown, so much, you know, stone thrown coming. All leg fractured. Still we cannot live. All raining, there is snacks. Yes. No clothes, second clothes. All running with one danda. Danda, you know? Danda. Going through forest. Let snack bite me. Where is snake? We cannot see on the jungle. Anywhere snake can sleep. With strong belief, we are putting on footstep. В то время было гораздо сложнее совершать парикраму, чем сейчас, поскольку одни джунгли вокруг были. Даже дорог никаких не было. И вот. А перед парикрамой нужно пойти к Кшетрапал Махадеву, во Врадже, в Матхуре, там Бутешвар есть. И мы идем и молимся ему: о Бутешвар, о Отец, благослови нас. И мы просим благословения, чтобы мы смогли совершать парикраму, никакие проблемы не затрагивали нас. Это первая наша обязанность – пойти в Бутешвар, поклониться ему, попросить о благословении, и тогда уже можно начать парикраму. И вот смотрите. И запах, аромат мы вдыхал аромат туласи и благовоний, которые были предложены Господу Кришне. If you go to Barshan, Barshana, you know, Barshana, there if you pray, the pujari gives us a nice, you know, scent, while other is using, Krishna using, that is okay. It's called prasad, HS. That we can use. Not that we can go to market and buy nice scent and use in body. То есть мы должны вдыхать только те ароматы, которые были, то есть только аромат тех вещей, которые были предложены Кришне. И сахаджи, например, говорят, что они предлагают битель Кришне, и поэтому можно их есть. А Прабхупад говорит, что глупый Кришна может его есть, но мы не можем. Но сахаджи его предлагают и говорят, что это прасада, почему же есть нельзя. Шрила Прабхупад говорит, что они сахаджи, а мы не имеем права принимать этот обитель, только Кришна может. И когда мы... Те туласи, которые предлагаются стопам Кришны, чаран туласи называются. Сатуласа, туласья, расанам, тадар пите. And leg we can travel in Кетра. То есть их тоже можно принимать, а наши ноги можно занять в парикраме дхамы или храма. Сарпани, сиро, рисике, сапада, вибандане. And head we must be дандабад. И голову можно занять в приношении поклонов Шри Кришне. И таким образом все наши органы чувств, они... So,
они должны были быть заняты в служении Кришне. И вот девятисложная бхакти, все эти девять видов преданного служения одновременно он практиковал Амбариш Махарадж. Амбариш Махарадж все... Он практиковал все виды преданного служения одновременно. Но Махапрабху говорит, что вы можете совершать одну ангу бхакти, одну составляющую, и вы достигнете успеха. Maybe I have, you know, by the mercy of Guru Vaishnava and Prabhupada Bhakti, I like to sing the glories. That doesn't mean I cannot do other seva. Но нужно еще какое-то служение совершать, например, не только слушать или не только говорить о славе Господа, а еще что-то. То есть, хотя Махапрабху сказал, что одного достаточно, но нужно еще что-то делать. And other, you know, you can do at a time. То есть еще служение нужно какое-то совершать. Or maybe five, not possible like Amrish Mara, six anga at a time. So this way, Parikshit, you know, И вот таким образом Амбариш Махарадж занял все свои органы чувств в служении Кришне, и однажды он совершал Экадаши. Нирамбу Экадаши. Ниранга Экадаши, есть три способа, как соблюдать Экадаши. И вот наш Тривика Махарадж, может кто-то видел его, он был учеником Шрилы Прабхупады, наша Гурвага. Бхакти Шаран Тривика Махарадж, он жил в своем городе с Мадхва Госвами Махараджа, он был очень могущественно, он очень любил меня, и вот он совершал Нирамбу Экадаши до самого конца своей жизни. То есть очень редко кто может совершать сейчас такое Экадаши, и перед Экадаши, с самого утра он принимал обет: «О Господь, я буду совершать Экадаши таким образом», и утром он только один раз принимал просад, весь день ничего не ел. И потом в Экадаши постился без воды, воспевал славу Кришны, он только воспевал славу Кришны и повторял Харинам. И после этого вечером он не спал. И всю ночь он повторял Харинам. И с утра, после того, как принял омовение, повторил мантры Гайтри, он в 12 принимал просад и все. Очень такая тяжелая аскеза у нее была. И по-другому можно можно поститься в Экадаши, только до Экадаши и после есть. И еще третий способ — это в Экадаши есть фрукты, фалани и мулани. То есть фрукты и плоды, и коренья, то есть то, что растет на деревьях и под землей. Ну, редиска, например, она вроде как под землей растет, но ее нельзя. То есть те овощи, которые полностью под землей растут, можно принимать. То есть те, кто не может поститься три дня, можно анукалпу принимать в любом количестве. Даже там 2-3 раза можно есть. То есть сейчас Экадаши такое, ну, как сказать, расслабленные, есть сколько хотите. И все. И вот это так или иначе, но Экадаши мы соблюдаем. Но если вы Экадаши не соблюдаете, то это плохо очень. И вот на следующий день Экадаши, когда Амбариш Махарадж, он собирался совершить паран, прервать Экадаши, но
До этого Дурваса пришел к нему очень могущественный риши, и царь встал, поклонился ему, выразил свое почтение и спросил: «О, Дурваса, что я могу сделать для тебя?» И Дурваса сказал, что я иду на Ямуну принять омовение, ты будь готов, я приду, и я тоже почусь, и прерву просто здесь вместе с тобой». И он пошел на Ямуну со своими учениками. Troops may actually soldiers, not that. I want to meet all his disciples. Sometimes in joking mood and speaking this way. То есть Дурваса со всем своим окружением он пошел на Ямуну, и Амбариш Махарадж, он думал, что же делать, поскольку время Парана уже практически кончилось, а Дурваса все нет. И Амбариш Махарадж, он думал, что же делать. Поскольку как мы постились, так и прервать надо. Поскольку Риши, мой гость, пришел ко мне, я должен позаботиться о нем. Поскольку даже я воды не могу выпить, не накормив его. И он спрашивал у Браманов и Вайшнава, что же делать, дайте мне совет. И Браманы и Вайшнавы, они сказали: «О, Раджан, you are actually doing Nirambu Upavas. Вот, царь, ты постишься без воды, и поэтому смотри, ты можешь взять каплю воды, которая по размерам похожа на семя горчицы. Помни Кришну, его лотосный стоп, и прими в эту каплю воды. И таким образом ты можешь прервать свой парапаран, и тем временем ты не... Твой гость не будет оскорблен. И, но что делать? И когда он получил такой совет, что делать уже? И уже время подходило к концу, он взял травинку куша, на нее каплю воды и положил себе в рот. И вот эту каплю воды он принял, и таким образом он прервал пост. И Дурваса, находясь в воде, он повторил мантры. И думал о... И вот он в медитации такой находился, и он сразу же осознал, что царь оскорбил его без меня, как это возможно. Он совершил паран, я накажу его, проучу его. И вот он вышел из Ямуны, пошел к нему во дворец и начал возмущаться: как ты оскорбил меня, как ты посмел, это не... недостойно тебя. И Амбариш Махарадж, он очень... «О, Риши, что я сделал? Так, я твой гость, ты без меня прервал пост». И он взял из своей головы, вырвал волос, кинул его на землю с мантрой, и ужасное творение возникло из этого волоса, и он собирался уже убить Амбариш Махараджа. И Амбариш Махараджа подумал, что же такое сделал, я не совершил ошибки, но меня хотят наказать. И Амбариш Махарадж, он очень был спокоен, как Бхарат Махарадж, он не боялся этого ужасного творения. И также Бхарат Махарадж, даже когда ему хотели отрубить голову, Бхарат Махарадж был очень умиротворен, никаких беспокойств не было у него. Но вы полны беспокойств все время. Почему? И вот смотрите, Амбариш Махарадж, он был очень милостив, Амбариш Махарадж, он был очень спокоен, он не пытался даже сражаться с этим творением, Дурваса, и он ждал милости Кришны, смотрел наверх. И тем временем Кришна разгневался, что случилось. Мой великий преданный, он не совершил никакой ошибки, тут без причины Дурваса хочет наказать его. Нет, я не могу потерпеть этого. Он отправил Сударшан Чакру, и Сударшан прилетела туда, и Дурваса смотрит, что такое. О, Сударшан приходит, чтобы убить меня. Дурваса, он убежал, он не знал, куда деться, куда бы он ни шел.
то Сударшан следовал за ним, и он боялся, он не знал, что делать, и он пытался убежать как-то, и что делать. И он отправился к Шанкару. Шанкар Бхагаван сказал: «Я не могу тебя спасти, это очень тяжелый случай. Иди к Браме, он может тебе помочь». Он пошел к Браме, Брама сказал, что нет, случай тяжелый, иди на Вайкунтху, к Вишну. И вот он отправился к Нарайне, предложил свои поклоны и рассказал, что случилось. И Нарайна спрашивает, что случилось? Ну, вот случилось. Он сказал: «Но мне тоже нечего делать. Что я могу сделать? Иди к тому преданному Камбаришу. Только Камбариш может простить тебя, я не могу». «А как ты? Ты не можешь?» «Нет, не могу». «Иди к Камбаришу». И таким образом Бхагаван Нарайан Вишну reject, the case is very dangerous, so I cannot solve, I cannot take up this case. Sometimes some heavy case is there, if you can approach all lawyer, иногда совсем тяжелый случай, и даже если вы идете к какому-то адвокату, если у вас очень, так сказать, тяжелый, запущенный случай, то не все могут помочь вам. One nice pleader, lawyer. Вот Бхарти Махарадж рассказывал, был такой один адвокат в Калькутте. One nice lawyer in Calcutta, very sharp brain. Очень умный. Negative he can make positive. Positive he can make negative. Он может доказать, он мог доказать, что черное это белое, белое черное, и таким образом, и вот они пошли к нему. Но he's the son of one pros. Нет, это адвокат, он был сыном проститутки, он с Миднапура. И вот они пошли ему и сказали, что нет, времени у меня нет. И они сказали, Кешав Махарадж сказал очень, он сказал: «Мы саду, у нас денег нет, мы тебе, и поэтому ты отказываешься от нас, это твоя, как сказать, честь». Да, чего ты сказали? Как? Да, что еще сказать? Давайте я сделаю. И Кешав Махарадж был очень умен. What is the case? То есть это его самолюбие задело, и он, в общем, решил помочь, чтобы его не ругали так, и вот. И даже Вишну Нарайана, они не могли помочь Дурвасе. Иди назад, поскольку ты совершил оскорбление лотосным стопам Амбариша, что правда, да, и иди и проси прощения. И он вернулся, и Верховный Господь, когда он Дурваса был у Верховного Господа, то Господь сказал: Bhagavan speaking, ho, Rishi. И вот Бхагаван говорит: о, Риши. Aham bhakta paradhino. I have no liberty. У меня нету свободы. I am already sold. Я уже to devotees. Принадлежу преданным. Aham bhakta paradhino. He also santri vadiyo. Sadhu grastha hidayo. Bhaktir bhakta janapriya. И что те преданные, они купили меня, они внутри моего сердца, а я внутри их сердца, и никто не может разрушить нашу такую сильную связь. Поэтому лучше ты иди к Амбаришу Махараджу и проси прощения у него. And now, actually, Supreme Lord speaking. И вот Верховный Господь говорит: Мои нирбанда хидая садабхо самадаршанаха басе курванти манг бхактия сатстриха сатпатим ятха 66 слока. Мои
Nirvanda hridaya sadabahu samadarshanaha vase kurvanti mang bhaktya satstriyaha satpatim yatha. Like one chaste lady, подобно тому, как и целомудренная жена, она любит мужа, и муж, он полностью посвящает себя ей из-за ее такой чистой любви. И также те преданные, которые любят меня такой сильной любовью, что я чувствую, у меня нету свободы. Я продан им. И Чайтанья Махапрабху тоже иногда говорит, Чайтанья Чайтамрити, можно найти, что он говорит каким-то преданным, что я продан вам. Вы можете меня продать где хотите. Если Чайтанья Махапрабху много раз говорит, что он такие слова, что я продан вам, вы можете отдать меня кому хотите. That's why in Kirtan what we sing. И поэтому what в Киртане что мы поем? Кришну се томар, Кришна дите паро, томаро шокти ачи. Вот эти слова. We speak this way. This way you see, Supreme Lord, you know, speaking, advising. И вот Верховный Господь говорит. Supreme Lord, you know, speaking more. Мат севая, пратитам те салакья ди чадуштвайам. Нечанти севая пурна куто аньят кала виплутам. 67 number slot. Мат севая пратитам. When my devotees there, и вот когда doing nice service, мои преданные служат мне, they going so deep, они настолько глубоко погружаются в это служение, что они забывают о себе, что и когда я хочу даровать им четыре вида освобождения, они забывают об этом. Нечант севая пурна куто аньят кала виплутам. И когда я хочу даровать им четыре вида освобождения, то они не хотят это принять, что говорить о чем-то материальном. Что говорить о материальных благах, поскольку так или иначе мы потеряем все материальное. Например, у нас есть $1 billion, но после того, как наше тело, мы оставили это тело, то мы все теряем. И Кришна говорит, смотрите, о Дурваса, слушай внимательно. Садам хидам маджам садунам хидам твахам маданнатте наджананти нахам тибхья мана гупи 68. Садам хидам маджам садам Мачан садабо хидан маджам. До саду, they are my heart. И те саду, они мое сердце. Гурупадванда Сисила Парамса Бхакти Пуматури Гашима write one nice book. И Гурудев, он написал одну Кришну, одну книгу «Сердце Кришны». Если вы будете читать ее, вы узнаете, как защитить себя от оскорблений Вайшнава. Садава хидам маджам садунам хидам твахам. Маданан маданьятте наджананти нахам тибхья мана гупи. До саду, и те саду, они внутри моего сердца, и я внутри их сердца. Они не хотят знать ничего, кроме меня, и я не знаю ничего, кроме моих преданных. Я не заинтересован ни в чем. Я только в моих преданных. Садаво хидан маджам садун садунам хидан твахам маданан маданнатти на жананти нахам тибхья мана гупи. What to do? I cannot save you. И что делать? Я не могу спасти you тебя. Go, you have to go back ты to должен вернуться к Амбариш Махараджа. И он дрожал от страха. Дурваса. Он дрожал от страха. Что делать? И он быстро, Сударшан за ним летел. And that, you know, Дурваса Мунинда was fed up.
вот Дурвасе уже надоело это все, он вернулся к Амбариш Махараджу и поклонился ему: «О, Амбариш, прости меня, я совершил ошибку». И Амбариш Махарадж говорит: «Что ты, что это? Ты великий риши, ты не должен так говорить, что может, я ошибся в чем-то. Нет, это не ты, это ты все сделал правильно. Но ты смотри, Сударшана, она хочет убить меня». И Амбариш Махарадж смотрел на Сударшану и сказал: «О, Сударшан, если за всю свою жизнь я что-то сделал, какой-то бхакти, какой-то баджан, то, пожалуйста, я хочу отдать результат этого бхакти этому риши. Прости его, не убивай его». И Амбариш Махарадж начал молиться с Сударшаной, и Сударшан, она явилась и остановилась перед Амбариш Махараджем. Амбариш Махарадж, он молился, что Сударшан остановилась преследовать Дурвасу и вернулась на свое место, к руке Господи Кришны. Вы каждое утро, каждый день должны думать о лотосных стопах Гуру и Вайшнавов. Пытайтесь избегать майя, будьте внимательны, и тогда вы можете стать успешными. Вы должны думать о Гуру и Вайшнавах, о лотосных стопах Шри Чайтанья Махапрабху. И после этого вы нужно смотреть на Сударшан чакру в храме Джаганатха. Каждое утро вы должны думать об этом, и тогда у вас будет Сударшан. Сударшан, значит, такое видение. Не значит, что вы станете каким-то философом. Вы сможете видеть Сударшан, значит, видеть вещи такие, какие они есть. Сударшан, если она благословит вас, если вы получите ее милость, то тогда ваш Дашан станет такой Сударшан совершенный. Вы сможете видеть вещи такие, какие они есть на самом деле. И поэтому помните, что Сударшан чакру, которая на вершине храма Джаганатха находится. Амбариш Махарадж. И вот Амбариш Махарадж. Сударшан чакра become very peaceful. И Сударшан чакра, когда успокоилась, то. Сударшан чакра become very peaceful now, and you know, come back, and Durvasa Muni is now out of danger. И вот Дурваса таким образом спасся. Благодаря Амбариш Махараджа, и Шукадев Госвами говорит, и когда Амбариш Махарадж молился Сударшане, Шукадев говорит: «Ити санстубато рагьо вишну чакрам сударшанам ашамат асаммат сарвато випрам прадахат Раджа-джачайя. Ити санскувато рагьо вишну-чакра сударшанам. Асамьят». Actually, now this way, after, вот таким образом, после nice kind of prayer, somehow Sudarshan stopped, этой молитвы Сударшан остановилась. И Шукадев Госвами now speaking, Шукадев Госвами говорит: «Ити санскувато Рагьо Вишну-чакра сударшанам». Actually, now Шукадев Госвами speaking, Вишну-чакра become now peaceful. Now Дурваса very very sorry. И вот Дурваса был очень. Дурваса Муни speaking, I couldn't understand the glory of, you know, devotee. Он извинялся, что я не мог понять славу преданных. Я думал, что я очень могущественен, но я теперь вижу, что чистые преданные, они более могущественны, чем я, а я не смог это сразу осознать.
Сегодня я вижу славу слуги Анантадева, что те, кто преданы Анантадева, и сейчас я узнал о их славе, и Дурваса Муни говорит такие слова. Aho Ananta Dasanam Mahatyam Trishtam Adhame. Today I see. Watch. Oh my God. Что сегодня увидел славу Ананта Дева. Раджан Мангалани Самихате. I have done mistake doing apart. Я совершил ошибку, но все же ты простил меня. И это слава Ананты. То есть те, кто служит Ананте, они настолько славны. И я уже говорил вам также о Читракету, когда Деви Парвати, она прокляла его, но он принял ее проклятие без... и не отомстил. After hearing the name of, you know, that Supreme Lord, after singing, Jannama Suti Matreno, after hearing, a Puman, Jivatma become после того, как душа, она услышала имя Верховного Господа, то душа, она очищается. Одно имя Господа Рамы может разрушить последствия тех грехов, которые вы совершили за все свои жизни. И вот одного имени Рамы достаточно, чтобы уничтожить все последствия этих грехов. Но вы не можете поверить, но одного имени Рамы достаточно. Tasyo tirtha padaha kingva dasanam avasishvati. The name имя Хари Анантадева, оно настолько могущественно, что в любое время, если кто-то слышит это имя Хари Рама Кришна, то они очищаются. А что говорить о тех преданных его слугах? И эти слуги Анантадева, что говорить о них? Они сами, они подобны местам паломничества, поскольку вы знаете, я уже сказал в первой песне Бхагаватам, когда Видура вернулся, то Юдхиштхира Махарадж сказал, что он сказал? О Господь, ты сам место паломничества в твоих лотосных стопах Шрилы Гурудева. Вы можете найти все тирхи, если ваш Гурудев Садгуру, то тогда будьте уверены, все тирхи присутствуют там. У лотосных стоп Вайшнавов все тирхи присутствуют там. Вы можете не верить, но так оно и есть. Вы должны верить в это, поскольку это наставление всех писаний. И что еще можно надеяться, все его слуги, все преданные, они более великолепны, не могут обрести все. И вот Юдхиштхира Махарадж говорит Видуре. О Господь, ты сам подобен месту паломничества, а ты идешь в эти святые места для того, чтобы очистить их, так и саду. Они ходят по разным местам паломничества, чтобы очистить, зарядить их, чтобы другие люди могли получить такой заряд там и очиститься. The devotees, they are confined. И те преданные, они
они хранят Кришну в своем сердце. И поэтому, поскольку Кришна находится в их сердце, они могут очистить все вселенные, все брахманды. Вы не можете поверить, но один вайшнав, он может очистить, осветить все брахманды. Но такого уважения, такого чувства далеко не каждый может понять и осознать. Я вот практически пример приведу. Could realize the situation in which you are. И вот Дурваса Муни понял, осознал ту ситуацию, в которой он находился, и он узнал о славе Гуру Вайшнавов. Now we speak about the glories of Амбариш Махарадж. Услышали о славе Амбариша Махараджа. Бало Амбариш Махарадж ки. Джай. Now after that another после этого следующий сын Ману Икшаку. Another son of Manu is Ikkhaku. Ikkhaku, his son is Bikuki. Его сын Бикуки. Ikkhaku, he wanted to do shraddha. Ikkhaku, он хотел совершить шрадху. В те дни на для этого нужен был олень. But at present it is, you know, prohibited. Но сейчас в Кали-югу запрещено. Kali-yuga you cannot do offer. So you see, Bikaku, Bikaku sent his, you know, son to forest to for hunter. Отправил своего сына в лес, чтобы он оленя принес, чтобы в Яге можно было его предложить. И он отправился в лес, и он был очень голоден, и там animal he take out of that one he take and in fire he roast and take one. Вот так он поймал животного, которого зажарил и съел, и принес остатки. И когда small or big brought in front of Vasishtha Muni, Vasishtha Muni could realize his eyes is very clear. I Uchista. Когда Васишта Муни, он был там, он увидел, что он уже что-то съел оттуда и сказал, что это Учишта, ну, как бы уже объездки, оно не пойдет до Яги. Но отец спросил, что правда, да, я вот голоден и есть был нечего, съел и что-то остатки принес. И отец разгневался, выгнал его из своего царства. Отказался от такого сына, что ослушался, и этот сын ушел. И после этого Икшваку он принял отречение, он стал йоги. Он отправился в лес совершать ягью, оставил свое тело. И следующий сын его, вот так его звали. И когда отец умер, he take control over that, you know, kingdom. First of all, father, you know, drive him away. After father's death, he come back again. There's nobody. Но когда отец выгнал, отец потом умер, он вернулся и занял царство вместо царя. His putra, Шашат Путра, is Пуранджай. Вот следующий был Шашат Путра, потом Пуранджай. I already told when Ikkhaku going to forest out of yoga, he lays body. Then Bikaku, his son, when first of all he was expelled, he come back again and become king as a name, Шашад. After that, Шашад, after marriage, Шашад married, and getting one son, his name is женился,
У него был сын Пуранджай. И Пуранджай, он помогал царю Индре сражаться с асурами. И когда Индра попросил его: «Ты очень могущественный, если придешь и поможешь нам», то тогда Пуранджай сказал: «Если ты станешь моим этим быком, И вот он сказал Индре: если ты станешь быком, я буду на тебе ездить и сражаться. Индра подумал, что слишком неуважительно это, но в итоге согласился, и вот он, Индра принял форму быка, и он начал на нем ездить и сражаться с асурами, и стал успешен. И таким образом Пуранджай, он был успешен в борьбе с асурами. Следующий — это Джуванасья. Сурья Вамсе был такой царь. Я подробно не буду о Сурья Вамсе рассказывать, это долгое время займет. И таким образом, сейчас мы видим, что и вот однажды он женился на 100 женщинах, девушках. И вот, и несмотря на 100 этих, на 100 жен, не было ни единого сына. И он организовал ягью. Риши Муни, они пришли, чтобы совершить эту ягью. И в этой ягье вот, они организовали, значит, место для яги Риши Муни. И в предыдущий день они что-то сделали, организовали для яги на завтра. Они, в общем, все там сделали, подготовили. И вот они призвали мантру, с помощью мантры они что-то там сделали с водой и пошли отдыхать. А тем временем, по милости Кришны, что может случилось? Этот царь спал, и очень пить охота ему была. И что делать? Вместо яги воды нету. И он нашел какой-то кувшин и выпил всю воду оттуда. А с утра, когда Риши Муни, они начали ягью, много нужно было чего сделать, что увидели, что горшок без воды, и что делать? Вода была очень могущественно заряжена мантрами, кто выпил? И царь сказал: я выпил, то есть пить была охота, воды не было. Ну, что делать, ты должен родить сына, поскольку это вода была заряжена мантрами. То есть риши сказали, что мы хотели эту воду дать твоей жене, чтобы жена родила сына, а ты ее выпил, и поэтому тебе рожать придется. И вот таким образом его, этот, then you know this portion was cut it, and that boy, come out. But that boy even not getting any mother. Забеременел, и how to get breast milk?
потом его разрезали ему живот и вытащили ребенка в положенное время из тела этого царя. Но поскольку у него не было матери, поскольку он надо, а молоко где взять, и поэтому Индра начал кормить его нектаром, поскольку из пальцев Индры нектар исходит, и Индра начал кормить этого мальчика, и то есть Индра заботился о нем с самого детства, и этот мальчик плакал, Индра приходил, кормил его нектаром, и таким образом этот мальчик вырос, и Мандата его звали. Дата значит Дхаранкара. И Мандата, у него было три сына. Пурукутсо, Амбариша, Амбариша и Мучукунда. Амбариш это другой Амбариш, не путайте. У Мандата было два сына, один из них Пурукритса, Амбариша и Мучукунда. И о Мучукунде будет восьмой. Потом. И вот Махарадж перечисляет, кто чистил. Mandata also having 50 daughters. И у Мандаты также было 50 прекрасных дочерей. 50. Now Шабхари Риши, он совершал баджан на протяжении 60 тысяч лет под водой Ямуны. И вот он совершал баджан под водой Ямуны, но он совершил какое-то оскорбление, поскольку Гаруда однажды он рыбу ел из Ямуны. А рыба жаловалась, этому Риши. Риши, в свою очередь, запретил Гаруде есть рыбу с этого водоема. Если ты будешь есть эту рыбу, ты пойдешь сюда и умрешь. Поэтому не ешь. И с тех пор Гаруда рыбу не ест. И поэтому Калия там родился. В Ямуне. Но это была большая ошибка на пути Шабхари Риши. Как он мог Гаруде такое запретить? И поэтому это оскорбление с его стороны было, и вот он совершал аскезу 60 тысяч лет под водой Ямуны. И из-за своего оскорбления он вожделение развилось в его сердце. И когда он совершал баджан, он увидел, что две рыбки совокуплялись. И у него возникло вожделение, он вышел из Ямуны. Он захотел жениться, но кто же за него, это, замуж за него пойдет, он очень старый. И он пошел к царю Мандате. О, Мандата, у тебя 50 жен, давай отдай мне одну, я женюсь на ней. И Мандата подумал, что делать, если скажу нет, то разгневается, отведет меня, лучше я скажу, о Муни, ты очень уважаемый, поэтому иди в мой царь, иди в мою... В мой дворец выбери любую и забирай. И Шабхари Риши пошел, предложил свою кандидатуру, но все они отвернулись. И Шабхари Риши подумал, Мандата очень умен. Нет, он не может мне сказать, но поскольку я выгляжу плохо, я вот пойду омоложусь, что все на мне женятся.
И вот своей йогической силой он изменил свое старое тело на новое. Я слышал, когда я был в Гималаях, я слышал какую-то саду, он был йогом, он сказал мне, мой Гурудев, он менял свое тело, как он был, ему больше 100 лет, он знал какую-то траву. Он какое-то лекарство делал из этой травы, ел и омоложился, да. То есть это возможно при определенных обстоятельствах. И Шабари Риши и своей йогической силой он изменил свое тело, он очень помолодел, и он опять пришел к нему, спрашивая, кто ты, да, я тот. Шабариша, да, я изменил свое тело, и я пошел опять в твой дворец, предлагая свою кандидатуру, и когда он пришел, все 50 дочерей начали спорить, кто первый пойдет замуж за него. И что делать? Шабари Риши сказал, я могу на всех сразу жениться, о чем проблема? И вот он женился на всех 50. И вот этот Риши, он организовал какой-то... Виман очень такой роскошный. И после этого что случилось? И после того, как Мандата отдал замуж за него всех своих 50 дочерей, после... И Шабари Риши наслаждался с ними долгое время. И опять Шабари Риши, у него развилась неприязненность. О мой Господь! Я настолько глуп. 60 тысяч, я совершал баджан 60 тысяч лет, но я потерял все. Будьте внимательны. Это сиддханта какова в этом? Если вы совершаете баджан тысячи лет, вы можете совершать и обрести силу, но потерять силу гораздо проще, гораздо быстрее. За какую-то долю секунды можно это сделать. Я же сказал о Баджамиле. Он был, совершал баджан, повторил гайтри, был таким хорошим браманом, поклонялся шалаграму, совершал арчану, но... Вожделение как-то появилось у него, и он потерял все. Вся ваша сила вы можете потерять, вы можете пасть, будьте внимательны. Вы должны по милости Гуру Вайшнава проверять себя, поддерживать себя так, чтобы никакое богатство, иллюзия, майя не прикасалось к вам. Когда бы вы не видели, не смотрели вокруг, вы не должны видеть ничего такого привлекательного, должны видеть, что оно из себя представляет, что тело это не больше, чем плоть и кровь. И Шабари начал плакать. И Шабари думал, я потерял силу моего баджана, что делать? И после этого мы... он принял ванапрасху и отправился в лес. И сейчас следующая глава, как Ганга явилась в этом мире. Был такой царь Тришанку. Он был проклят, поскольку он украл дочь брамана, и поэтому его сын проклял его. You know,
Но Вишвамитра Муни, он был настолько могуществен, что out of my own power I can send you to, you know, heaven. Trishanku was cursed. The Vishwamitra is speaking well. I can send you to heaven. Хотя он был проклят, то Вишвамитра он отправил его на небеса, на райские планеты. Но полубоги увидели, опять его назад скинули, что не место там, а Вишвамитра, что осталось сделать. Вишвамитра сказал, подождите, пускай там остаются. И таким образом Вишвамитра был настолько могуществен, что Харишчандра в их династии Сурьяванша, и Харишчандра, у него не было сына. Он был очень набожный царь Харишчандра. Он хотел совершить ягью, чтобы обрести сына. Не было ни сына, ни дочери, никого. И Вишвамитра, Васишта, они прокляли друг друга. Они долгое время сражались. Ну, как птицы какие-то, которые друг друга недолюбливают, всегда дерутся, так и они. When this Harishchandra Raja и когда этот jagya, царь Харишчандра, он начал ягью для удовлетворения Варуны, чтобы обрести сына, то Варун стал доволен им и хотел дать ему сына, но условие поставил, что я дам тебе сына при том условии, что ты принесешь его в жертву мне однажды. И он согласился, и этот сын родился из яги. И царь, и Варун сказал, давай сейчас приносим его в жертву. Но как сейчас, 10 дней всего прошло, может быть, когда-нибудь потом. И после этого опять Варун пришел и говорит, в общем, он все откладывал, не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. И вот Вароне надоело, ты мне пообещал, что отдашь этого сына мне, а я прокляну тебя, вся вода будет в твоем животе. И его живот начал расти, он уже не мог даже ходить, и вся там вода у него скапливалась по проклятию Вароны. Ну что делать? What to do? Then when Rohit came to know, и когда Рахит узнал, что это тот имя так, мальчика, он убежал куда-то. After some time, Rohit wanted to come back, hearing all the problem about father. И вот Рахит потом узнал, что с отцом случилось, и он решил вернуться. You know this way actually. И таким образом. Then after that, as Rohit wanted to come back, Рахит вернулся, но Индра сказал, не надо. Не сейчас, потом проблема случится. Then 6 years gone. И вот 6 лет так прошло таким образом, и после этого, как отца освободить от этой болезни, то Шуносен какой-то. He buy from market, you know, there. This is very poor. Шуносен. Previous on those days, even in Greece, you know, there, you see, slavery system. You can remember slavery system in Greece. Ну, в то время была работорговля развита, даже ну, рабов там продавали, и в Африке. Now after liberty they get free.
this is a big problem going on. So the actually Rohit Bhai Sunasev and come back and to make free and father to вот, make his father free from в общем, this, чтобы you know, освободить disease, отца от этой болезни, они Варуне пообещали совершить жертвоприношение. И после этого this way actually after proper jagya, so now Harishchandra was free from disease. Харишчандра был освобожден от своей болезни, и Вишвамитра захотел проверить Харишчандру. Want to get some donation? What donation? Он хотел получить, сказал, что я хочу, дам тебе все, что ты хочешь, и дан, you know, donation? Дан, такое пожертвование. Вишвамитра хотел проверить его. О, Харишчандра, ты пообещал дать мне все, что я захочу. Если у тебя есть это, да, я пообещал, ну, давай, что ты хочешь. Все твое царство, что ты имеешь, отдай его мне. И, ну, что делать? Пообещал. Пожертвование дал, давай дакшину еще. То есть, как поскольку без дакшины, пожертвование бесполезное, Харишчандра уже думал, где бы денег взять со своего этого, своей казны. Вишвамитра сказал, как ты мне уже это отдал, как ты можешь хотя бы копейку оттуда брать, у тебя нет права, все уже мое, и что делать? Ну иди заработай. И он начал, стал попрошайкой, и вместе с женой, они где-то и с сыном они пошли в лес просить какого-то подаяния, но что-то не нашли нигде. Я работу в крематории нашел, чтобы поджигать трупы, которые приносят на сожжение. Ну, то, что по пожертвованию он дал, еще так что надо было дать, а денег не было, и вот он продал свою жену, и сын, и вот эта жена попала в дом браманов в качестве служанки, и этот браман занял его сына в собирание цветов и изготовление гирлянд, ну, и посуду заодно мыть. И однажды Рахит пошел собирать цветы, и собирая цветы, его змея укусила за грудь, и он упал, и мать ищет, где мой сын. И нашла, что вот змея укусила, и он стал синим от, ну, умер, в общем. И мать начала плакать, кто может спасти меня, что делать, я что делать? Она начала плакать. И с этим мальчиком на руках она пошла в крематорий, чтобы сжечь его. И в то время, когда этот мальчик, он Харишчандра, он в форме этого, как его, он не Чандалом был, а как я, слугой Чандала. Вот. Тот царь Харишчандра, он хотел сжечь своего сына, и вдруг он понял, что по каким-то признакам, что это его сын. О, мой сын, он начал плакать. О, мой сын Рахит. И он жену свою узнал, они обнялись, и в то же самое время Вишвамитра пришел и благословил. И Харишчандра сказал: «О, Риши, сейчас я дам тебе дакшину, пожертвование тебе дал, еще дакшину нет, не надо мне дакшину, я доволен тобой, я хочу проверить твое терпение».
Я хотел просто проверить, насколько терпелив ты, удачлив. Я благословляю тебя, забираю свое царство. Иди с своим сыном, где мертвое тело вашего сына. Он не мертвый, я благословляю, он оживет. И все они три вернулись в свое царство. И в имя Харишчандра, если услышать имена тех, кто были в династии Сурья Вамши, вы очистите себя. Я не буду это все перечислять, я просто прочитаю. Champak, Sudev, Vijay, Bharuk, Brikko, Bahuk, Sagar, Sagar from Sagar, Asamanjasa, Ansuman, Dilip, Bhagirath, and that Bhagirath now coming, and in the destiny of, you know, Surya Vamsa, from Bhagirath is dynasty Surya Vamsa. Bahuk Putra Sahab, Sagar. How is named Sagar? That's all his, you know, stepmothers using oil with Sagar. Все, by the blessing of, you know, в общем, все его мачехи, они пытались отравить его ядом. И этот ребенок, по милости Кришны, Сага, его звали Сага, значит, ядом. То есть, когда родился, а яд отдельно, который там его травили, он отдельно вышел. Sagar Raj, 60,000 boys, you see, Sagar, and boy is the enemy, they took, you know, away everything, in a big, big history actually. Then after that, you know, there, you know, is this way, Sagar, you know, Bangsha, their destiny, they, you know, arranged one, Asama Jagya, but in Jagya hearts, и вот они Ашамет Яги организовали, а лошадь пропала куда-то с этой Яги, и они искали эту лошадь, и пока лошадь не вернется, Ягю нельзя заканчивать. И после этого, когда Яги, но они пока искали эту лошадь, и пока они искали, они нашли, что лошадь там, рядом с ашрамом Капилы на Гангасагаре. Они подумали, вот этот Ришивор украл нашу лошадь. Они хотели убить этого Риши. Что ты лошадь нашу украл, мы тут страдаем без нее. И когда они хотели ее... И когда эти 60 тысяч сыновей хотели его убить, Капила, он прервал медитацию, посмотрел на них, и в комментарии написано, что у них была вражда какая-то с этим Риши, враждебность. Но у Риши нет никакой враждебности, и поэтому из-за их... враждебности из-за их грехов, Риши, он посмотрел на них, и огонь. Они совершили оскорбление, из-за этого огня они все сожглись и стали пеплом. И что сделать после этого? Ягья не закончилась. И в Сагар Вамша все сыновья умерли. И вот они... И вот и все их... Все последующие эти предки, они зависли в небесах, поскольку не было никаких этих подношений, им не предлагали, и они поэтому зависли. И вот всех их потомки, они пытались совершить раз какой-то,
Asamanjasa trying, Angshuman trying, вот эти, они все пытались, но ничего не получалось у них, и Дилип Раджи, Багирад. И Багирад, он взял ответственность, чтобы освободить все 60 тысяч его предков. Хорошо, я помогу им. И тогда Багирад, он начал совершать аскезу, великую аскезу. Then Ganga Mata became very satisfied. И Ганга, она стала довольна им. I can come. Что я явлюсь, но кто возьмет, поймает меня, поскольку я падаю с высока, и давление очень сильное. Если меня никто не поймает, я пробью эту землю и ниже буду падать. Кто ж меня задержит? И Ганга, она хотела прийти на эту землю, но никого не было бы, кто мог бы ее поймать. Но что делать? Then Bhagirath again praying to Shiva. И вот Бхагирад начал молиться Шиве. И Шива настолько могуществен. Она начала молиться Шиве Махараджу. О Господь, я не могу. Спасти моих 60 тысяч предков, что делать? И моя просьба, что Ганга хочет прийти сюда, но не находит никого, кто бы мог ее остановить, и хорошо, я помогу тебе. И когда Ганга, зови Гангу, чтобы она явилась, и Ганга, когда пришла, Шри Шива, он тюрбан сделал. Не тюрбан, как сказать, но какой-то головной убор. И когда она упала на его голову, и Ганга не могла дальше течь, Шанка, он держал ее на своей голове. И опять Багирад начал молиться: о, Пита, о, Шанка, что опять? Ганга не приходит. Она здесь, на моей голове, я тут завязал. Ну, сейчас я сделаю отверстие здесь, и она будет течь дальше. Одно из имен Шанкара – Гангадхара. И после этого Ганга, она так пришла на землю, и Багирад, он звенел в раковину, и через какое-то время вот смотрит Гангинета, куда пропала. О, Ганга, куда? Я так много сделал, чтобы привести тебя, но куда пропала? И Ганга... Just opposite way here in Navadvip. It is written in Parikrama Khanda. В Парикрама Канде описывается, когда Ганга достигла Навадвипа, она изменила русло, и Багирад сказал: о, Матаджи, ты должна сюда течь, а ты куда потекла, ты не знаешь. Гуру Пурнима приходит, я тут совершу баджан, и потом дальше потеку. Подожди. И вот на день Гуру Пурнимы Гангамата совершала баджан своему Господу. И мы обрели Гангу здесь. И после этого что случилось? Гангамата, она, когда Багирад, он забрал ее назад, и один риши Джану Муни, он совершал баджан. Ну, этим потоком все снесло, все его принадлежности для баджана. О, Ганга, он увидел, он в отместку выпил ее. Можно... Джаннадвип есть такой остров. И он выпил всю Гангу, и опять Багирад, он начал молиться: о, Ганга, куда же ты пропала? И увидел, что риши там
обеспокоен был и выпил всю кангу. Он подошел к этому Риши и сказал: «О, Риши, я совершал аскезы, и вот мою мать Гангу, она должна дотичь до Ганга-сагара, и там 60 тысяч моих предков лежат в качестве пепла, и прошу тебя». That's why he has become Janavi. Отпусти ее. И вот then Ganga Mata actually это, coming. Он отпустил ее, и Гангана дальше потекла. Ganga Mata coming actually after that the Ganga going to touch the asses they are lying in. И вот она Ганга. You know Ganga Sagar. Она так touch Ganga water is the only solution. Она дотекла до того места, где лежал пепел этих его предков и смыла их в океан. И это было единственное решение для них, чтобы они попали в Гангу. И так они смогли возвыситься. И вот в Сурья Вамша я уже говорил, что вот кто чистен. Ritu Parno from Ritu Parno, Sarvakam, Sudas, Saudas, Asmak, Dasarath, Oirabidi, Vishwasa, Khattango, Khattango, Dirgubhav, Raghu, Ajah, Dasarath, Ramchandra, Lavkush, this is all destiny. In this, you know, destiny you can find Ramchandra. И в этой династии Рамачандра. So this way, Bhagirath becomes successful. After in this destiny, I already know Saudas can своей миссии. И Saudas one day going to Saudas какой-то стал царем, и он однажды отправился в лес, чтобы охотиться на and some deer there. На оленя. But he is not finding any target. Но не было никого там, и в итоге он kill one. Ракшасу. Одного ракшаса убил. No, he is not finding nothing. He was bound to kill on ракшас. The ракшас is cannot fight with, you know, Saudas is very powerful. Ракшас он решил отомстить ему, чтобы этот царь убил моего брата, я отомщу его. Очень так, как сказать, умно. You know, и он, the Rakshas, и этот, you know, Ракшас, is, you know, brother, he is acting there as a cookman in the kingdom, in the palace of. Его брат этот Ракшас был поваром в доме царя, работал там. И однажды он приготовил какого-то человека. Нарамамша, ну, мясо человека, и начали подавать Васиштхамуни. Васиштхамуни, он очень такой ясновидящий. Он, кто? Кто посмел человечину подавать? Я проклинаю тебя, царь. Глупец. Он проклял его. Он стал ракшасом. О, Кришна, я ничего не знаю, как ты проклял меня. Да. Я тоже прокляну тебя, взял воду и хотел проклясть. Ну вот он его в отместку сказал, хотел проклясть, но его жена сказала, что он гуру Васишта, зачем ты проклянул, он уже мантру произнес, а кого же проклясть теперь, потому что нельзя воду кинуть там на землю. И он взял вода, она ему на ноги капнула, и эти ноги сгорели, они стали черными. И с тех пор его начали звать вот этим именем Калмаспад, как так. Now he became Rakshas. И вот он стал ракшасом. Traveling in forest. И был в лесу, и однажды увидел, что Брахмани, его жена, они общаются друг с другом. Он Брахмана забрал с того места, когда он наслаждался со своей женой.
и съел его, жена начала плакать. Почему ты, зачем моего мужа забрал? И жена прокляла его, что когда бы ты не хотел общаться со своей женой, то этого не будет. Ты умрешь. И через 12 лет, после этого греха, проклятия, а когда закончилось это проклятие, то поскольку Риши Васишта Муни проклял его, на 12 лет ты станешь ракшасом. На это время кончилось, он вернулся, он хотел встретиться со своей женой Дамаянти, но жена, она сказала, не, не надо, ты умрешь. Нет, но он силой пришел к ней. И он умер. И по милости Кришны Васишта Муни, он такова система была в то время. И Васишта, он хотел. Vasishtha then throw one stone, then that boy come out, and that boy, you know, name is Ну, в общем, видно, зачал ребенка в чреве его жены, а он не выходил около 100 лет, и он кинул камень в него, и ему пришлось выйти. Такова система была в то время. И таким образом Катванга родился. В династии Панду также есть. Вот Раджмата попросила... Я потом это буду обсуждать. И вот Ведавьяс как родился. And giving birth to, он, Пандавов, он, Пандавы, Дхритарашта и Виду, они так родились. Хотя, может, это непонятно, поскольку можно как-то думать об этом согласно своему представлению, но это не так. Если вы будете сомневаться в том, что здесь описывается, это вы можете пасть, поскольку это то, что Кришна организовал. И таким образом Катванга стал царем. Он был очень могущественным, он помог полубогам сражаться с асурами. И в то время все полубоги, они благословили его: «О царь, мы благословляем тебя, поскольку ты помог нам очень сильно». И Катванга спросил, а сколько мне осталось жить? Вначале я хочу узнать, сколько мне осталось жить, и после этого вы можете меня благословить. И те полубоги, они посмотрели на его судьбу и сказали, ну, мало, 48 минут осталось жить тебе. Но что же делать? Благословите меня, чтобы я обрел Кришну за этот период, Верховного Господа. И так они благословили его, и он сконцентрировался ум на лотосных стопах Шри Кришны и стал успешным. Это очень хорошая тема, что Катванга Раджа за очень короткое время стал успешным. И почему мы не можем стать успешными, хотя у нас так много времени? И вот царь Катванга, я уже сказал вам, и вот от царя Катванги, его сын был Диргабаху, а его сын Раху, они были великими царями. Из Раху, вот, Аджа какой-то потом, Дашаратха, а Дашаратхи Рамачандра. Сам Верховный Господь и от Рамачандра Лав и Куш.
So this way, и таким образом, this way, actually, an heretical factor, we are going to get Sri Ramchandra, you know. It is written in 10th chapter, isn't it? Так Рамачандра так явился. 8:40. This way, you see. И таким образом. In 10th chapter, we now find Sukadeva Goswami speaking. Если мы видим, что Шукадев Госвами говорит. Каттанга дергабахушча рубхус тасмат притусраваха аджастато махараджа тасмат дасарата бхават тасяпи Бхагаван Эшо Шакшат Брахма Майо Харихи Аңша-аңшено Чатурдхагад Путтартам Партхито Сурои Рама Ракшана Бхарата Саттугна Ити Саңгья Тасянучаритам Раджан 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 Бачан Тасянучаритам Раджан Нарсивхи Статтадаршивхи Срутам Хи варнитам бхури тая ситапатирмху. Now Sukadeva Goswami is speaking. И вот Шукадев Госвами говорит. From Khattangu Raja, Dirgabahu become king. Khatvangi, from Dirgabahu стал царем, потом Раху. And from Raghu, we get, you know, from Raghu, we can get, you know, we can get from Raghu Dirgabahu, you know, again, Khattanga Raja Dirgabahu, Raghu, Ajo, from Ajo Dasarath, from then Ramchandra, and after that, Raghu. Потом вот Дашаратха, потом Рамачандра и его сыновья, соответственно. И Шукадев говорит, что Рамачандра, он сам Верховный Господь. Он явился в четырех экспансиях. Он явился в форме Рама, Лакшмана, вот, это Адвагьян Татвана явилась в четырех формах, подобно тому, как каждый день мы повторяем эту мантру. Вот Панчататве, которую Татве Панчататве, и также как Сичитания Махапрабху, это Панчататвана, не отлично от Махапрабху. И в пяти экспансиях он явился, и также Рамачандра, сам Верховный Господь. Но так или иначе, Рамачандра, он явился в четырех экспансиях. Рам, Лакшман, Бхарат и Сатьякам. И сейчас я скажу что-то о славе Рамачандры. И вот Шукадев Госвами говорит о царе. Мриджи-то-патхо-ружо-жо, Хариндрану-ануджа-бхям. Imagine, Гурварте, it is actually number 10th chapter, 4th adhyaya. Гурварте, тяктораджо, вьячарат-анубанам, паддо-падбхям, прияя. Рамчандра, this topic is very excellent. И вот тема о Рамачандре очень великолепна, о Парикшит. И чтобы выполнить обещание отца, он был вынужден уйти в лес с женой Ситой, и он путешествовал по разным лесам своими лотосными стопами. Он ходил по всем этим лесам. И таким образом он ходил из леса в лес, и также его брат Лакшман следовал за ним. Они долгое время ходили по лесам, 14 лет. И во время Рамнавами я обсуждал это все.
То есть на этот Рамнавам я утром говорил о славе Шрилы Бхакти Валабхи Тирти Госвами Махараджа, это в нашей матхе. И потом в Дауджи Мандире. Я говорил о Бхакти Сауда Ашрам Госвами Махараджа, был день его ухода, и вечером я говорил о Рамачандре. About Ramchandra, all topics. I speak in details. You can go through. I have no time to go through in details. Actually, so this way. И вот таким образом, чтобы защитить, сдержать обещание отца, он должен был 14 лет быть в ссылке в лесу, и тогда Раван, он похитил Ситу, я говорил об этом уже, что Раван не мог похитить Ситу, это тень Ситы была, Сиддханту все можно там найти, я кратко просто говорю. И таким образом, что Равана и Рамой сражение было, и как Рамачандра подружился к Джамбуванам, и с Хануманом, и Сугривом с Бали. И там это все описывается, и потом, как Рамачандра, он сделал мост из камней до Шри-Ланки. Даже до сегодняшнего дня с космоса видно, что какой-то мост есть от Рамешвара до Ланки. Каменные и эти камни там. И вот с именем Рамачандры Хануман хотел мост построить. Имя Рамы настолько могущественно, что они кидали, повторяли имя Рамы, кидали камень в воду, и этот камень плавал, и таким образом они мост построили. Это вроде сложно поверить, как это возможно. Но это было возможно. И таким образом, после того, как построили мост, Рамачандра, он со всеми своим окружением, он поехал на Ланку, и там спас Ситу, и вернулись они назад. Но тем временем, вот здесь описывается, что сестра Раваны, она пошла к Рамачандре и сказала: «Женись на мне, я хочу жениться на тебе». И Рамачандра сказал: он стрелой прострелил нос и уши. Это место Насик называется в Мадхья-Прадеше. Это место в Мадхья-Прадеше. И с тех пор, с того времени мы слышали, что мусульмане, женщины, они закрывают себя этой черной ткани до носа. Ну и в общем, это с тех пор пошло. Мы слышали, кто-то такое предположение сделал. И big fighting, Ram Chandra actually come out successful, you know, this big fighting going on, and you know, Ram Chandra. И вот Рамачандра, Хануман, он помогал ему, и Рамачандра стал успешным. И Рамачандра, он Vibhishan, as the king of Lanka. Vibhishan, он был великим преданным. Он сделал его царем Ланки. Great devotee, Vibhishan.
Вибишан. Это Вибишан, он сказал Раване: «О, Раван, не беспокой Рамачандру, он Верховный Господь. Не нужно воровать ситу, верни ее». Раван разгневался: «Ты говоришь о Рамачандре? Ты мой брат или кто?» Он пнул его в грудь, и Вибишан упал. «Уходи с моего царства, нету места для тебя здесь». И Вибишан был очень опечален, он пришел, рассказал, что случилось, принял прибежище лотосных стоп Рамачандры, что мой брат Равана не слушает меня, что делать. И Рамачандра пообещал: «Я благословлю тебя, не беспокойся». И с тех пор Рамачандра помогает, помогал Вибишане. И после того, как Равана был убит, Вибишан стал царем Ланки. И можно видеть панды там, я слышал. Даже до сегодняшнего дня Вибишан приходит из Ланки с особым цветком париджатом. Когда панды открывают храм, они увидят, находят этот цветок, там уникальный цветок. Мы слышали, Вибишан, он приходит, и Джаганатху приносит этот цветок. Я удивляюсь, как это возможно, но все возможно. Издалека, из Шри-Ланки приходит. И таким образом... После того, как Равана был побежден, Рамачандра хотел вернуться назад. И тогда Варун начал молиться Рамачандре: «О Господь, ты построил храм, это подобно оковам для меня. И ты, после того, как ты вернешься, разруши этот мост». И этот Рамачандра взял и своей стрелой разломал этот мост, и все камни, они опустились на дно очень, и сверху можно со спутника видеть, что там все эти камни на дне лежат. И таким образом Рамачандра... Ну, и здесь несколько сиддхант. И вот первое — это то, что не забывайте этого никогда. И вот Рамлила мы слышали, но сиддханта какова? Из этого исходит, что иногда говорится, что в Рамайне можем найти, что Дашарадхи, у него было три жены, которые Каушалья, Каукея и Сумитра какая-то. И Каушалья Нандан – это Рамачандра. Каукея Нандан – это Бхарат, а Сумитра Нандан – Лакшман и Сатьякам. И вот такая, как сказать, такой расклад. И после этого Он дал такое служение Дашарадхе очень. И он хотел ему дать три благословения. Он принял решение, что хорошо, я возьму эти благословения потом. Сейчас мне не нужно, и ты будешь не должен, я их заберу. Но когда Дашарадха, он хотел Рамачандра, старшего сына, сделать царем Айодхи, то Кайкея сказал, что вот смотри, ты мне там пообещал три благословения, то давай. Сейчас надо. Мое первое.
И когда Дашаратха услышал все эти слова, первое то, что мой сын Дашаратха, ты должен сделать его царем, второе, то, что Рамачандра должен отправиться в лес на 14 лет. И таким образом, Дашаратха, услышав это, он упал без сознания и умер. И после этого Бхарат Махарадж вернулся и услышал это, он очень разгневался. Он оставил свою мать, ты не моя мать. Я хочу оставить тебя навсегда. Уходи отсюда. И после этого мать, она тоже умерла. И, ну, Бхарату отдали ему царство, но Бхарат не сидел на троне, на Симхасане. Так или иначе, Бхарат Махарадж взял эти сандалии Рамачандры и пришел и положил их на Симхасану и поклонялся, что думал, что Рамачандра царь, а я не царь, я слуга. То есть в таком умонастроении он действовал, но никто не знает Сиддханту, согласно которой у Кайкеи такие желания возникли. Почему она попросила этого у Дашаратхи? Почему? Но если вы изучите Рамаяну, то можно там найти пример, что хотя мы знаем, что Рамачандра, он Каушалянандан, сын Каушали. Но если в Рамаяне изучать более Валмики или Туласи Рамаяну, то можно найти, что все время Кайкеи, она любит Рамачандру. Все время Рамачандра был на коленях Кайкеи. Кайкея всегда целовала, благословляла его, заботилась. Практически всегда. Если вы не верите, то можно и Рамаяну изучить. Но никто не знает Сиддханта, почему Кайкея, однажды Рамачандра, он пришел к своей матери: «О, мать, у меня есть просьба, я хочу попросить у тебя, если ты хочешь мою жизнь, я готова отдать ее за тебя, нет, я хочу что-то другое, да, я могу дать тебе, если есть, да, у тебя есть, но ты должна пообещать, что ты сделаешь, если ты услышишь и скажешь, что не можешь делать, такого не надо, ты сначала скажешь, что можешь, нет, ты сначала скажешь, что тебе надо, нет, ты сначала пообещай, а потом я скажу, что ты не отклонишься от этого обета. Ну хорошо, я обещаю, о Рама, я могу дать тебе все, даже свою жизнь, нет, не жизнь, мне больше надо, что надо. Смотри, о мать, я хочу попросить тебя, что мне три благословения тебе отец задолжал, и вот ты спроси, и что надо первое, ты попроси, чтобы мой сын Бхарат стал царем, и я хочу отправить Рамачандру в ссылку, как я могу, ну как ты сказала, что можешь, ты пообещала мне, и ты не можешь сказать нет уже. И, о мать, я сказал тебе, что ты больше, это хуже, чем смерть. Весь мир будет ненавидеть тебя. Весь мир, вся Вселенная, долгое-долгое время, бесконечность будет ненавидеть тебя. Если кто-то будет слушать твое имя, Кайкея, они готовы плевать на тебя. И ты готова все же. Нет, никакие... Никого в твою честь не назовут никогда. В этом всем мире никто не называет своей дочери как твое имя Кайкея. Будь готова. Ты готова? Ты можешь сделать это для меня? О, Рама, о, нет, ты не должен. Ты, но ты же пообещала, что ты сделаешь все, что я хочу. И тогда Кайкея начала плакать, но что делать? О, хорошо, ради тебя я готова на все. Но никто не знает, все Кайкею ненавидят. А мать Бхарат Махараджа, она не может быть так, такая, ну, скверная женщина. Это первая Сиддханта. Бхарат Махарадж, он больше, чем Рама. Да, Сиддханта. Рама сам сказал так.
Это очень такая сокровенная сиддханта. Рама, он, Бхарат, он больше, чем Рама. И этот Бхарат Махарадж, мать Бхарат Махараджа, как мы надеяться, что она такая скверная женщина? Нет. Then whole life for infinite pure. Жизнь она так ради Рамачандры, она, ну, так на себя дурную славу берет и все готовы плевать на ее имя. Насколько как она скверная женщина, такого попросила, но нет, это Сиддханта в этом. И следующая Сиддханта, почему я сказал Бхарат, что это он больше, чем Рама? Посмотрите, Бхарат, насколько он посвящен, насколько он посвятил себя. Он готов умереть, но не может умереть, поскольку Рамачандра сказал ему, что нужно вернуться и повелевать этим царством. Это моя обязанность. Но ты должен свои сандалии тогда дать. Хорошо, бери. Он отдал ему свои сандалии деревянные, и он пришел, неся их на своей голове, и он положил их на трон, подобно... Что это? Ну, как представителя Рамачандры. Он всегда находился ниже, чем трон Рамачандры. И он сам начал, как, пока Рамачандра 14 лет не было в царстве, Бхарат плакал, он плакал, он даже ослеп от такого каждодневного плача. Он не мог сдержаться, он не мог терпеть разлуку с Рамачандрой. 14 лет, каждую часть секунды, Бхарат плакал и плакал. Я умру скоро. И после этого Бхарат Махарадж, он принял прибежище под землей в Нандиграме. И что он ел? У него не было одежды. Он только носил эту кору деревьев и in a pot keeping, and with cow urine, gomutra. Он только повторял имени Рамы и столько же риса себе собирал. И он варил рис на коровьей моче, и после этого он ел этот рис с солью, чтобы поддержать свое тело. И почему я говорю, что Бхарат Махарадж больше, чем Рама, что настолько насколько он посвятил себя Раме, нет никакого примера во всем мире, вы не знаете об этой Сиддханте. Таким образом, мы очень довольны, говоря о славе Рамачандры. И после этого Ситу ей тоже наказали без всякой причины, поскольку Рамачандра, он Марьяда Пурушоттам, он идеальный царь. И когда его подданные, живущие в царстве, они начали сомневаться о целом мудрости Ситы, Сита опять вошла в огонь, чтобы доказать, что она целомудренная, но все же после этого опять ее провели, опять ее снова опять. Ей это надоело, и она оставила этот материальный мир, и земля, она разошлась, и Ситадеви, она туда опустилась. И вот Ситадеви, Рамачандра, он звал его: Сита, остановись, но Сита уже ушла, и Рамачандра, он не мог ее больше видеть. Чтобы доказать, он был Марьяда Пурушоттамой, воплощением нравственности, идеалов. Рамачандра, он как Прохлад Махарадж, он путешествовал по разным местам своего царства, чтобы проверить, есть ли какие-то недовольства у моих подданных. И однажды Рамачандра, он отправился в обычной одежде, чтобы никто не понял, что он царь. И Прохлад Махарадж тоже ходил так по своему царству, и другие великие цари, они сейчас нет такой системы, то есть никто не парится о существовании этих подданных. И Рамачандра услышал, что кто-то плачет дома, и что там муж с женой спорят.
муж очень разгневался и говорит, я не Рамачандра, что я могу принять такую скверную женщину, которая вернулась с Ланки. И Рамачандра, когда услышал это, как они даже думают плохо о моей шакти, о моей сити, о ужас. Опять я должен доказать целомудрие сити, чтобы они осознали, что сита, она чистее чистейшего. И снова они проверяли ситу. Хотя Рамачандра, он верил, но что делать? И та сита не могла уже этого потерпеть, и она надоела. И земля разошлась, и сита, она ушла под землю. И Рамачандра, он плакал, звал ее, но сита, она все-таки ушла. И после этого Рамачандра, так или иначе, он хотел повелевать этим царством. И тем временем я забыл сказать вам, что первая сита, она была отправлена в вашем Вишвамитрамуне. И там Лав и Куш, они были там, родились. А Лав и Куш, они получили различные знания от этого муни, различные науки, образование получили, ну, и прочее, прочее. Подобно тому, как Кришна Баларам, они все 64 вида знания обрели всего за 64 дня. Один день слушали, запоминали все. И все на этом. И таким образом я забыл сказать, что два этих мальчика, Лав и Куш, они там образование получали, и Ситадеви ушла, но Рамачандра, он ягью должен был совершать, так много ягьи он проводил, и после того, как Сита ушла, так много ягьи Рамачандра совершил, и каждый раз Рамачандра был вынужден сделать новое божество Ситы из золота. Каждый раз, поскольку он грехатска, сита не умерла, она ушла, и ты вынужден, он вынужден был делать каждый раз золотую ситу и устанавливать их, и призывать ситу в них, и совершать так. Присутствовать на жертвоприношении ситой, которая с левой стороны была. И после яги их складывали в какое-то место, и так эти все ситы, они молились Рамачандре. Но Рамачандра сказал, в этой жизни только сита может быть моей женой, но мы тоже ситы в разных формах. И все эти божества в Кришна-лилах, они в Кришна-лиле они приняли образ гопи. Это более подробно, я попозже расскажу. И вот они участвуют в лилах Кришны по благословению Рамы, и все риши и муни, они почувствовали сильное влечение к Раме. Настолько он прекрасен, но Рама сказал, нет, поскольку в этой жизни у меня только одна жена сита, в этой жизни я не могу принять никого из вас, а в следующей жизни, в следующем явлении я явлюсь как Кришна, и тогда я могу принять вас всех. Но сейчас у меня решение, что без ситы никто не может быть со мной. Кроме ситы никто не может быть со мной. И так по благословению Брахмачандры, все риши, которые были в Дандакаранье, они все приняли форму гопи, так много гопи. Вы не знаете ни одна категория, их много, более подробно попозже будет. И вот таким образом. В Сурья-вамша, от Лава и Куша, много, и вот тут большой список, что происходит. И вот это Икшваку, царь, он
захотел совершать ягью. Ними Махарадж, он пригласил Васишту Муни: «О Муни, мог бы ты прийти ко мне, совершать ягью?» И Васишта сказал: «Но меня уже пригласили в другое место раньше тебя. Я там закончу, и потом к тебе могу прийти. До тех пор подожди». И Ними Махарадж подумал, он будет яги там годы проводить, а жизнь очень кратка, я могу умереть. Лучше я ягью совершу, ну, другого ритвика позову. Кого-то пригласил Васишта, очень разгневался, как ты посмел, что подождать не можешь, я прокляну тебя. Он сказал: «А что я тут сделал такого?» И Васишта проклял его, и Нима Дехо fall down, and after that, you know, этот царь в отместку тоже проклял его, чтобы он тоже умер. И Васишта, он умер, и потом родился из чрева Урваши. И по милости Риши Муни, Ними Махарадж, он жил в Нимеше. Ну, Нимеше, значит, моргание. И вот Ними Махараджа жил там. И таким образом, когда тело Ними Махараджа, тело Ними Махараджа, оно погрузили в какой-то раствор для сохранения, но он не хотел рождаться опять и оживать. И ему сказали: «О, Видхарадж, ты можешь жить без тела здесь, в моргании». И таким образом, и Махариши, все риши, они начали делать массаж Ними Махараджу, и один царь явился из его тела, Джанак Махарадж, очень могущественный царь, Джанак Махарадж первый. И Джанак, он... Джанакарадж его звали, он... Он один из махаджан. You know, one mahajan out of 12. So this way, nice actually. Now, from Ikkhaku, Nimi, Janak, Udavasu, Nandivardhan, Suketu, Devarat, Brihadratha. This way, long, you know, chart. Suryavamsa is so pure. Сурьявамша, она настолько, и Сурьявамша, они настолько чисты, что вы будете слушать просто их имена, вы сможете достичь освобождения. Никаких материальных желаний не будет в вашем сердце, а если есть какие-то желания в вашем сердце, вы тогда не сможете, если какие-то материальные желания есть в вашем сердце, то тогда вы не сможете слушать Бхагаватам, я не смогу говорить Бхагаватам. И таким образом, смотрите. Big problem, you see? Huh? Now, today I'm going to stop here. И вот сегодня конец у нас. To speak about, but what to do, and time is very limited. Today, actually, tomorrow we can discuss about Пуророва. Завтра будем говорить о Пуророва, Урваше. How we can discuss in details. How you see? It's so nice, you see? So, you see, I started with what sloka I started with? Tattinukampam. Nice. Now we can remember. How this, you know, and destiny one by one they are increasing. They want to do something. But it is written in Bhagavad Siddhanta, Tattinukampa, Sosamikshamano, Gunyan, Evo, Atmokkita, Vipakam,
Намасте, Jo, Muktivate, Muktipade, Sadaiva. But you know, Sarvamataja Chaini, Jiveto Bhaktipade, Sadaiva. I can discuss this point tomorrow. One Chakalpaturvasek Basin Bhavacha Patitana Babana Bhavishna Bhun. Try to enjoy Harikatha. You cannot think that you are living. You cannot think that you are a woman. You cannot think that you are a man. You forget. You are not man. You are not woman. You are, you know, pure soul. Когда слушаете Харикатху, можно забыть, что мужчина, женщина, нужно только помнить, что мы душа, чистая душа. No. Actually, father anyway going to leave his boy. Father. Вопрос, как Рамачандра мог просить такое благословение, но поскольку от этого благословения отец умер. Go to fight. The whole world get defeated. Но даже вы не знаете о славе Дашаратхи. Дашаратха настолько могуществен, что он одной рукой сражался с всем миром. Но все равно он вынужден был умереть, как так или иначе. Поэтому, если Рамачандра не явил бы такую лилу, то этой лилы бы не было. Это просто лила Верховного Господа. Если Господь не сделал бы так, то кто бы получил это благо? Никто бы не мог получить. I cannot hear properly. Hey, Tarun Krishna, you translate. What he is speaking? I cannot hear. So many times we hear, oh, I curse you, this rishi says, that's curse. No, I cannot hear from this. What is their lesson? What we learn from this? Oh, actually, curse is there, you can find. No, проклятие, почему Бхагава там? Curse is also here, поскольку one здесь kind of, you know, проклятие, compensating factor. Такой компенсирующий фактор. Поскольку если не было бы проклятия, следующей лилы бы не было, и результаты проклятия, от результата этих проклятий у нас непривязанность, оно рождается. То есть нельзя сказать, что Бхагаватам все плохо. Бхагаватам все с начала до конца, но чисто. Нельзя думать, что это такие бесполезные проклятия, это не так. Все это нужно, но... I can discuss this point tomorrow. I can speak. How and when we are going to get cars, you should know it, because you are hearing on Gaur Lila, not hearing anything. Actually, Chaitanya Mahaprabhu getting cars from on Bamba. You cannot get the enjoyment of our family life. Mahaprabhu asking is very good for me. And that the thing I am asking, huh? You cannot understand. You can hear Harikatha from a sadhu for a long time. Whole life, then you can get solution of everything automatically. Otherwise, you can get one question, another question, one question, doubts, you know.